Да, вы со мною были нечестны. Вы предали меня. И, может, статься, не стоило бы вовсе разбираться, нужны вы мне или больше не нужны. Но вы с душою нечистою своей всего скорее даже не увидели, что вслед за мною ни за что обидели совсем для вас неведомых людей. Всех тех, кому я после встречи с вами, как может быть они и хороши, отвечу не сердечными словами, а горьким недоверием души.